Брестский государственный технический университет всегда являлся кузницей по-настоящему подготовленных и грамотных кадров. И этот год не стал исключением. Среди присутствовавших на линейке 29 июня выпускников трех факультетов было очень много тех, кто получает диплом с отличием. Увлеченность своей будущей профессией, помощь и внимание преподавателей, а также постоянный труд дали ребятам возможность уже в самом начале своего профессионального пути стать востребованными специалистами. У нас университет всегда славился специалистами, и я просто хочу привести некоторые цифры. Так, на выпускников, которые вот находятся теперь на площади строительного факультета, пришлось две заявки от предприятий и организаций на одного выпускника. То есть это, я думаю, говорит само за себя, это говорит о качестве наших специалистов, об их востребованности в нашем народном хозяйстве. Красные дипломы в этом году у нас получают 6 человек. Ну и так интересно получилось. 5 человек из одной группы и 5, ну и 1 человек из другой группы. Вот такая звездная у нас группа на факультете. И 5 человек. Ярким и запоминающимся моментом мероприятия стало появление на площади перед университетом кортежа молодоженов. То, что церемония бракосочетания совпадет с днем окончания университета, дипломированный специалист и счастливая жена Татьяна считает везением и знаком, что в будущем и профессиональная, и семейная жизнь будет полна незабываемых и приятных впечатлений. У нас не возникало такой идеи вообще. Мы пошли и подали заявление свое 30 марта на мое день рождения за 3 месяца до регистрации брака. Я рассчитывала на то, что в начале июня месяца я защищу диплом и где-то в середине месяца, числа 15-го, получу его. Но месяц назад мне позвонили и сказали, что 29 числа вручение диплома. Причем самое интересное получилось, то, что мы регистрацию назначили на 2 часа, а вручение дипломов тоже 2 часа 29 числа. Я считаю, что это какой-то подарок судьбы. Безусловно, этот день и выпускники, и преподаватели запомнят на всю жизнь. 5 лет совместной работы сделали всех настоящими друзьями, и несмотря на праздничность и долгожданность, это одновременно и очень грустный день. На самом деле, такое двоякое чувство, потому что, с одной стороны, конечно, это радостное событие, потому что вот мы действительно к этому долго шли, стремились, много усилий было на это положено, ну, потрачено. Но, с другой стороны, это и какие-то грустные моменты, потому что, конечно, студенчество – это запомнится навсегда, это самая веселая пора. И, конечно, грустно прощаться и с преподавателями, и со своими однокурсниками. Жалко, конечно, грустно расставаться. Столько лет, 5 лет мы с ними работали, привыкли, сроднились и, ну, жизнь, она течет, никуда не денемся. Но я думаю, что они покажут себя высококлассными специалистами, будут востребованы. Анастасия Трухнова, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.